Atrás de você? Nossa, vamos subir. Шумар. Прямо на солнце получается. Так получится. В обратную сторону. У меня тут черт. Вот, нижний. Следующий будет то Вологда. Вологда, Вологда у Бога на куличках. Она наверху, да? Да, там за Ярославлем, еще выше. Этот будет. А, Вязники. Вязники. А, Вязники тут? Да. Вязники. Сразу после Нижнего. После Вологда. Там какая-то еще. Нет, Вязники где-то на полпути находится между чем? Между Нижним и Владимиром. Сейчас, по идее, на солнце повернуться поезд. А он не вниз, нет, не так еще идет, или еще там. Вот он должен развернуться и на Москву, на солнце идти. Ты снимаешь, снимаешь, блин, нифига не видно. Извиняюсь, но это какое-то новое веяние в искусстве, заразительное причем. Все подряд начали снимать. Доказательство. Секунду, секунду, да, что? Ведь можно так, правда, в Новосибирске сфотографировал отправление, на следующей станции вышел, сел на самолет, летал там во Владимир через двое суток. Я самолет сошел, посмотрите. Так, а у вас 11 вагон. Туда, сюда, куда? Туда, туда. Да. Спасибо. Тогда не будет нагревать. Ага. Вот эти же ходят узбеки в халатах, шапках, пакмен. Ну, спорки, халат мокрый. У них хорошо шитый, он говорит, там не жарко. Ну да. Солдат, почему тебе зимой в шинели не холодно? Оно ж суконное. Почему летом не жарко? Или даже без подкладки? Да,
камера все время от этой батареи, вы ее не заряжаете? Нет, уже третья по счету. Третий раз заряжаете? Третья по счету. А у вас таких тематичные? Нет, таких три и еще, ну что, пять аккумуляторов. Он белый есть, его хватило мне на весь день вчера. 10 с лишним часов непрерывной съемки. Но я потом еще заряжал на рукой, так вообще. Я боюсь от сети, я даже заряжал от сети, и у меня наткнулся этот, что? Аккумулятор. Там уже 400 Гц, да, как-то не знаю почему, но наткнулся. Тут тоже есть разные розетки. В них 54 и 220 вырабатывают для электробритв, только все остальные устройства. Вольта. Да. Но если преобразователь на 220 перерабатывают, но только для электробритв. Все остальные устройства могут сгореть. Зарядное телефон. Ну, видать, у меня так и попало. А тут в эти розетки рассчитаны для того, чтобы можно было заряжать планшеты, телефоны. Это видео. Но лучше не рискать. Для... Поэтому я не рискую, я с собой беру сразу запасы, там с Владивостока еду, но я беру весь арсенал, там все, что у меня есть. Вот. Даже бывает так, было так, что я запитывал его от ноутбука. Но боюсь от розеток. А памяти у вас сколько на? 32 гига, его хватает на 11 часов. То есть вы записали на ноутбук, скинули, да? Нет, внешний жесткий диск у меня есть. У меня 5 или 6 карт 32 гигабайта. Но сейчас просто терять энергию на переброску смысла нет. Поэтому да, ну все понятно. Все уже, пишите, да. А дома уже потом перекинули. Это люди смотрят, и я же в интернете размещаю, которые давно покинули Россию. Мне пишут письма, жена ведь смотрела, плакала, 15 назад уехала, ностальгия такая, Кострома, Волга, там, где мы стали, сидит и плачет просто. Это раз, потом, да, не все люди могут позволить себе, ну, конечно, больницы. Это вторая категория людей. И третья категория, которая как снотворная действует. 15-20 минут и говорит, кстати, у вас есть такая возможность, вы можете здорово раскрутиться в интернете, вести съемку с кабиной. Нет, у нас запрещено, да? Из машины стадан. Просто я видел, есть такие видео. Или из последнего. Из последнего вагона, да, но это там надо будет постоянно проводнику находиться в этой карте. А так я говорю. Я в жизни не ожидал, что видео будет такое интересное. Я машины приготовляю и снимаю видео о трассах России от начала до конца полностью. Там Мурманск, Москва, Москва, Владивосток, там Якутск, так далее. Потом, ну для кого? Туристы, автопутешествия, те, кто собирается поехать в дальнюю поездку, но не знает, где заправки, где отели, и так далее, как бы знать на дороге, а ведь попасть проблемы делать нечего. Вот, поэтому для этого однозначно будет интересно. И вдруг мне, почему из поезда не было, почему бы не пожалуйста, не мог представить себе, да. Конечно, это утомительно. Сидишь, постоянно наблюдаешь там за этим. Но люди просят, поэтому. Кроме того, я снимал видео о мошенниках на трассе под Цыганами, там был конфет с ними. Недавно, как месяц тому назад, мне позвонили ТВ-2. Забыл сейчас канал. ТВЦ, по-моему. Спросили разрешение показать по телевизору видео. Ну, я разрешил, показали. Вот они подходят, как они подходят, они снимают крупным планом. Вот у меня стоит на торпеде и объектив прямо на окно. Да.
останавливаюсь, стекло приоткрываю, они-то не видят всего этого. И начинается, мы из Румынии, Аллах, клянемся, там как и понеслось. Вот показали по телевизору. На каком сайте вкладывали? На Ютубе. У меня больше 1000 подписчиков, просмотров больше 2 миллионов. А как, кстати? Я могу написать, если вам интересно будет это. Развернемся. Ну, более-менее. Thank you.
Вот дорога на Москву. Thank you.
карта. Билеты в нем. Нет, он не скачал. Да, с интернета скачал.